Найцікавіші персоналі сьогодення в проєкті телеканалу «Р1 Персона». В гостях у нас В'ячеслав Заворотний, начальник клініки психіатрії та наркології, провідний психіатр військово-клінічного медичного центру Північного регіону, учасник АТО. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрий вечір. Сьогодні у нас тема достатньо серйозна. С того времени, как в Украине, на территории Украины начались военные действия, у военных медиков, можно сказать, даже так возобновилось такое понятие в военной медицине, как посттравматический синдром. То есть бойцы, которые возвращаются с территории АТО, они воевали, и им тяжело, наверное, вернуться все-таки в реальную жизнь, вернуться в семью в плане, в психологическом плане. Расскажите об этом, пожалуйста. Безусловно, что... наряду с физическими повреждениями, ранениями, поражается и душевная деятельность человека. Бойцы, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, получают серьезные стрессы. Это связано и с гибелью сослуживцев, и с гибелью гражданского населения. Они очевидцы всего этого. Сами получают ранения, тоже это достаточно травматическое событие для душевной деятельности. Безусловно, что с такой проблемой мы сталкиваемся уже примерно с мая 2014 года, и она продолжается до сегодняшнего дня. Дело в том, что посттравматическое стрессовое расстройство, само название посттравматическое, то есть оно развивается через некоторое время после того, как человек получил стресс. Безусловно, это тяжелые душевные переживания, связанные прежде всего с навязчивыми воспоминаниями этого стрессового события, с переживаниями этого стрессового события, безусловно, с бессонницей, с нарушением коммуникативных свойств, то есть ему тяжело общаться, даже с теми людьми, с которыми раньше легко общался. Либо он хочет общаться, либо абсолютно не хочет, чтобы ему даже напоминали о том, что с ним происходило. Не все окружающие понимают, что не нужно расспрашивать военнослужащего, побывавшего в бою, что там происходило, как. Это праздный интерес, понятен для тех людей, которые не воевали. Те, которые воевали, они стараются об этом чаще всего не рассказывать. Если нужно, они расскажут сами. То есть мужчинам просто, можно сказать, тяжело вернуться в реальную жизнь уже по возвращению домой? Да. Но сегодняшние военнослужащие – это люди мобилизированные в основном. Это бывшие гражданские, и через год-полтора службы в зоне АТО они возвращаются обратно в гражданскую жизнь. Поэтому посттравматические стрессовые расстройства, они актуальны для здравоохранения, Министерства здравоохранения, для врачей поликлиник гражданских, для лечебных учреждений стационарных. И, безусловно, что бремя, основное бремя оказания медицинской помощи, психологической реабилитации ляжет на здравоохранение и на психологов, на психологическую службу. Что касается... Украина к этому не готова была, в принципе, не сталкивалась с такими вопросами за время независимости. Я знаю, что и волонтеры об этом говорили, и медики об этом говорили, что, в принципе, даже вот, ну, медики, они не готовы к таким людям помогать. В таких масштабах, людям. Да, не готовы. Мы знаем, что у нас есть воины-интернационалисты войны Афганистана, которыми занимаются психологи, психотерапевты, но, конечно, таких масштабов тогда не было. Ситуация похожа с теми людьми, которые вернулись в то время с Афганистана, со своими травмами душевными, и люди, которые сейчас возвращаются с АТО? Безусловно, типичные расстройства есть и у тех, и у этих, но я еще раз повторяю, что таких масштабов тогда не было. Посттравматические стрессовые расстройства, они были после каждой войны, и наиболее такой показательный в этом плане Соединенные Штаты, где посттравматические стрессовые расстройства у воинов Вьетнамской войны и даже еще Корейской войны, они с этим работают, это большая проблема. Сейчас у них и Иракская война, и война в Афганистане для США тоже приносят посттравматические стрессовые расстройства. У нас, безусловно, мы столкнулись последние два года в таком массовом масштабе, и, безусловно, что работа проводится, но... пока еще недостаточно у нас специалистов, которые могут эту работу профессионально провести. Диагностировать или именно диагностировать, уже лечить? Да, диагностировать легче. А вот проводить психотерапевтические методики, другие методики,
специалистов в этом плане не хватает. Особенно не хватает подготовленных психологов. У нас создаются уже центры психологической реабилитации в различных областях, в различных учреждениях. В том числе в Министерстве обороны тоже создан такой центр. Он находится в городе Староконстантиновне, Хмельницкой области. Уже работает в течение года. При военно-медицинских клинических центрах, таких как наш, организованы и отделения психологической реабилитации. У нас создано в феврале, если не ошибаюсь, это отделение. Да, введено в штат приказом министра обороны. И отделение на сегодняшний день уже работает достаточно активно. Безусловно, что опыт набирается, что говорится, с колес. Потому что новые люди, новые расстройства, необычные расстройства. Но уже есть свои наработки, уже есть свои успехи. Как проходит лечение? Во-первых, я, наверное, стоит отметить, что правильно я буду говорить, если скажу, что почти каждый, вернувшийся с войны, имеет какие-то психологические, возможно, расстройства, связанные с военными действиями, с травмами психологическими. Почти каждый боец, который вернулся, ему нужна помощь психологическая. Ну, почти каждый, но не каждый. Потому что люди разные по характеру, по складу характера, по отношению к жизни, разные социальные происхождения, и в разную среду они возвращаются. Но определенная доля военнослужащих, да, действительно, она страдает этим заболеванием, посттравматическим стрессовым расстройством. Почему это говорю? Потому что люди, в принципе, которые шли по мобилизации, они не были подготовлены. То есть многие и физически не были подготовлены, морально тем более. И поэтому, возможно, что придя на войну, они не ожидали увидеть то, что они увидели. Безусловно, такой войны так в мире не было, чтобы с огромным применением артиллерийского вооружения и воюют свои со своими, да, славяне со славянами. Это очень травматично для обычного человека стрелять, убивать и видеть своих же товарищей по оружию ранеными и убитыми. Это очень весьма травматично. Но, опять же, не все получают такое сильное душевное расстройство, как посттравматическое. Или не все об этом говорят? Не все об этом говорят и не все получают. Есть расстройство адаптации, то есть человек, прошедший боевые действия, он через определенное какое-то время, если он физически здоров, если он душевно здоров, он об этом не заболевает этим заболеванием. Как проходит диагностика, да, вот таких людей? Как часто сами приходят мужчины? Как часто вот они говорят о том, что я не могу спать, мне там что-то снится? Вот, может быть, вы сами все-таки проводите диагностику каждого бойца, который демобилизировался? Да, мы стараемся активно выявлять не только среди больных нашей клиники. Они к нам приходят, поступают сами, но и среди больных, которые находятся в других клиниках отделения нашего центра. То есть с диагностической целью осуществляются обходы и в терапевтических, и в хирургических клиниках теми же психологами. Во время поступления больных в приемном отделении тоже фиксируются люди, у которых уже есть расстройства. Эти расстройства иногда видно сразу, иногда проходит некоторое время, когда не проявляются. А как их видно? Вот вы как специалист, как их видно? Ну, человек напряжен, человек раздражен, он не спит или очень мало спит, он просыпается среди ночи от каких-то кошмарных сновидений на боевую тематику. Они чаще сами обращаются к своим лечащим врачам и рассказывают об этом. Многое, что ведь дежурный персонал сообщает врачам. И потому что действительно не каждый мужчина будет жаловаться на то, что он не спит, на то, что он раздражен и так дальше. Он так понимает, что это, ну, так и нужно. Большая проблема, когда они возвращаются в семьи, потому что в семьях стараются либо очень жалостливо, либо супер внимательно к ним относиться, что очень тоже сильно раздражает. То есть это неправильно? Ну, это, с одной стороны, правильно, это человечно, но нужно все-таки к мужу, к сыну относиться как к мужчине. Их окутать вниманием, теплом, но не супер вниманием. И потом военнослужащие, бойцы, которые вернулись оттуда, они чаще вспоминают сами
какие-то вещи, какие-то события, новости по телевизору, стуки, их приводят в состояние возбуждения или раздражения, или напряжения. И им, к ним в это время лучше не обращаться и не спрашивать, что с тобой происходит. К нам приводят, ну, приходят вместе с жены, с мужьями, которые вот жалуются что, на то, что отношение к семье, той теплоты, которая раньше была, к детям, некоторое время у бойцов не существует. То есть мужчины становятся жестокими, можно сказать, да? Нет, не жестокими, они становятся жестче. Угу. Как часто, кстати, эти члены семьи обращаются с такой жалобами, да, что вот вернулся муж? Ну, что касается вот к нам конкретно, то обращаются жены и семьи кадровых военных. Я полагаю так, что и знаю, что медицинские учреждения нашего плана психиатрические, психологические центры приходят уже те, которые демобилизованы. Безусловно, это проблема, и с ней нужно работать. Это проблема, требующая больших капиталовложений, прежде всего, потому что обучить специалиста, определить, где будет находиться этот центр, что должно быть в этом центре, какие кабинеты и как работать, на это нужны деньги. Безусловно, что наше государство выделяет, но не все мы можем сразу осилить. Да? А есть ли цифры, вот с начала боевых действий, сколько человек обратились к вам за помощью, за психологической помощью именно вот в наш харьковский госпиталь? За психологической помощью, ну, около 5000 на сегодняшний день, да. Это из тех, кто сам пришел, с тех, кто мы выявляем, еще можно несколько набрать тысяч. Да. Как проходит самолечение? То есть даже те ребята, которые лежат, да, в госпитале, как проходит лечение? Те, у кого есть клинические проявления посттравматического стрессового расстройства, это бессонница, это раздражительность, это кошмарные сновидения, безусловно, первый этап – это медикаментозный этап. Получают соответствующие препараты, которые и антидепрессанты, и противотревожные препараты. Параллельно проводится психотерапевтическая работа. И эта работа... То есть это беседа, да? Это разговор. Беседа, это когнитивно-поведенческая терапия, которая позволяет человеку, во-первых, уйти от мысленно уйти, душевно уйти от ситуации на какое-то время. Безусловно, что потом возвращаются эти переживания, но уже с меньшей эмоциональной окраской, чем были до этого. Эта работа очень длительная, она может продолжаться месяцами и даже годами, но тем не менее она нужна. Каждого ли, можно сказать, удается восстановить, каждого ли бойца удается восстановить? Или есть случаи, когда ну, человеку очень тяжело помочь, настолько глубокая травма, которую он получил на войне, что тяжело его восстановить? Есть понятие ремиссия, безусловно, что мы стараемся и достигаем состояния ремиссии. Но это не значит, что это полное выздоровление. То есть человек возвращается в обычную жизнь, но риск того, что эти переживания могут повториться или что-то их спровоцировать, ну, достаточно высокий. Поэтому повторно поступает, в третий раз, и в конце концов, да. По мировой статистике очень мало таких людей, которых совсем уж не могли справиться. Ослабить, да, адаптировать к трудовой деятельности, да, ну что совсем там. Бывают случаи, да, действительно, что до самой смерти человек испытывает эти расстройства, у него происходит изменение характера, и таких случаев немного, потому что... Или в крайнем случае о них много не пишут. Как вы считаете, как специалист, как долго еще... Украине придется иметь дело с таким вот синдромом, да, как посттравматический синдром, учитывая то, что достаточно уже война идет 2 года. Да, это десятилетия пройдут, безусловно. Потому что след, который оставляет сильная травма, очень сильная травма, достаточно долго уходит из сознания и, безусловно, присутствует в жизни человека. Вот я вспоминаю даже участников Великой Отечественной войны. И мой отец был, прошло четверть века, и он все равно в сновидениях какие-то сцены
воскрешали, и он кричал, он командовал, советовал прятаться или не наступать и так дальше. Это будет, да. Но это не будет, может быть, достигать клинического уровня, что нужно, необходимо будет госпитализация лечить, а может и достигать. Но это будет очень долго. Поэтому настраиваться нужно на длительную, методичную работу с такими людьми. По роду своей журналистской деятельности мне приходилось общаться с бойцами АТО, и я иногда слышала такое, что я вернулся, я понял, что мне тут делать нечего, я хочу вернуться обратно. Это я считаю, что это, наверное, есть посттравматический синдром, когда человек вернулся, демобилизировался, он не может здесь себя найти, и он понимает, что, скорее всего, там ему будет лучше. Там будет лучше, там будет проще, потому что там проще отношения между людьми. Здесь, в нашей мирной жизни, отношения более сложные, и таких людей много, безусловно, он встречает иногда непонимание. И ему, безусловно, хочется вернуться туда, где свои, где проще, где тебя понимают. С первого слова, а не нужно что-то доказывать, не нужно что-то себе пробивать, выбивать какие-то льготы и так дальше. И социальная работа в этом плане, социальные работники должны тоже потрудиться наряду с психологами, наряду с врачами. Безусловно, большое бремя ляжет и на органы местного самоуправления, на местной власти, потому что им нужно помогать этим бойцам. Многие имеют уже удостоверение участника боевых действий, это связано с льготами. И отказ в льготах или отказ в выдаче удостоверения, безусловно, их взрывает, скажем так. Вы сами участник АТО, вы были в АТО как военный медик. Расскажите о своем опыте. То есть вы не по словам можете, да, не понаслышке можете знать о тех страхах, о тех все-таки травмах, которые случаются у бойцов. Да, мы организовали ближе к боевым действиям госпиталь, который оказывает помощь непосредственно после боевых действий. Есть и такие люди есть. Безусловно, в этом госпитале работает психиатрия. Вот в начальном периоде в организации этого госпиталя наши специалисты, в том числе я, участвовали в той работе. Безусловно, что оказание медицинской помощи сразу, вот через сутки, через несколько часов, достаточно эффективно. И задача медицинской службы вооруженных сил всех, как можно больше бойцов восстановить и, безусловно, вернуть на поле боя, потому что, как вы знаете, за одного битого двух небитых дают. Эти опытные, эти уже что-то знают, адаптировались и умеют воевать. Поделитесь с нами, может быть, положительными историями выздоровления бойцов АТО, которые все-таки избавились от этого посттравматического синдрома. Ну, сказать, что избавились, нельзя, но те, которые вышли в ремиссию, все хотят вернуться в свои воинские части и продолжать службу на защите нашей Родины. Потому что все понимают, что такое Родина. Это семьи, это дети, это наша земля, это наше благополучие. Безусловно, что таких случаев немало, очень много. Повторяются ли у них эти расстройства, которые были в нашей клинике? Да, у некоторых повторяются, но процент очень маленький. Все зависит от того, насколько человек занят, насколько нам ему уделено внимание, насколько он обеспечен и вооружением, насколько он обеспечен тыловым имуществом. Безусловно, что большая часть стремится вернуться туда. Многие бойцы находят утешение в алкоголе, и многие даже военные называют это очень большой проблемой именно на территории АТО, что даже очень много смертей случалось именно по вине алкоголя. Вы тоже в центре, я так понимаю, тоже занимаетесь этим вопросом. Действительно ли это настолько масштабная проблема сейчас в АТО? Я бы не сказал, что проблема масштабна, но проблема, да, существует. Ну и традиции славянского народа релаксировать себя алкоголем. А, к сожалению, местным населением той стороны иногда поставляются такие спиртные напитки, которые, ну, совершенно или не специально отравлены, либо
низкокачественный самогон, если можно так сказать, вообще о самогоне. Да, называйте вещи своими именами, пожалуйста. Безусловно, случается осложнение в виде судорожных припадков, в виде психоза. Ну, бывает редко, но бывают и смертельные исходы. Вы лечите таких ребят? Сейчас есть в военном госпитале люди, которые вернулись, и вот они страдают алкоголизмом? Ну, безусловно. Безусловно. Как их? Я не скажу, что это подавляющий процент, но достаточно серьезная проблема, с которой мы боремся, и ведется работа. Опять же, они обращаются сами или все-таки в течение обследования выявляете их? Выявляют их командиры, их сослуживцы, вынуждают, направляют на лечение. Некоторые обращаются самостоятельно, чувствуют, что вот они могут свалиться в запой, и тогда они обращаются сами к командирам, приходят к нам на лечение. Безусловно, тех, кто еще, у кого нет зависимости от алкоголя, мы лечим и возвращаем к части. Те люди, у которых эта зависимость развилась, безусловно, мы признаем их негодными к военной службе. Но хочу сказать сразу, что многие заболели, те, которые наши пациенты, у многих алкоголизм, то есть алкогольная зависимость была еще и до призыва в вооруженные силы. Большая часть из них эти расстройства скрывали о том, что они страдали алкогольной зависимостью или наркотической зависимостью. Этих людей приходится увольнять. На сегодняшний день, в связи с тем, что для Украины, для Харьковского военного госпиталя такое понятие, как посттравматический синдром, относительно ново, и вы нуждаетесь в специалистах. В чем вы нуждаетесь сейчас для того, чтобы давать полноценную психологическую помощь вернувшимся солдатам? Ну, специалистов нам дали, но нужно время. Безусловно, нужно... Время нужно научиться. Да, нужно научиться. Потому что мы... Сейчас приезжают психологи из различных стран, западных стран, Соединенных Штатов Америки, Израиля. Ну, и мы эти методики стараемся перенять. Но, тем не менее, их нужно адаптировать к нашим условиям. Должно пройти какое-то время. Уже есть результаты, есть успехи, слава Богу, и они работают. Я думаю, что очень важно сказать, что посттравматический синдром – это не сумасшествие. То есть это просто, ну вот, есть такое понятие в медицине, да, и что да. Я думаю, что многие ребята, очень многие мужчины просто стесняются, по большому счету, прийти к вам, обратиться к вам за помощью, потому что, ну, то есть многие считают, что это я сошел с ума, я лучше как-то сам справлюсь с этим. Само слово психиатрия стигматизировано в нашем обществе, и поэтому, безусловно, с опаской приходит. Да, это не сумасшествие, это разряд пограничных состояний, то есть болезни, которые не вызывают изменения психики настолько, что человек становится неуправляемым и не может давать отчет своим действиям и руководить ими. Поэтому есть программа еще и Минздрава, и Академии медицинских наук, создаются мультидисциплинарные бригады при районных поликлиниках, при городских поликлиниках тоже будет, тоже уже есть у нас, где кабинет не называется кабинетом психиатра там, или другой. Туда входят и психиатры, и невропатологи, и терапевт, и социальный работник. Эта работа проводится в комплексе. Для того, чтобы не было страха, не было чувства смущения, неловкости и так далее. Чтобы люди шли и получали помощь. И в конце нашей программы хотелось бы уделить немного времени тому, что скоро у нас праздник, у вас в частности, День Спасибо. Медика. Да, я вас заранее поздравляю и хотелось бы от вас пару слов поздравления. Я хочу поздравить всех медицинских работников Харькова и Харьковской области от имени нашего начальника военно-медицинского клинического центра, от нашего коллектива, от себя лично, за вашу преданность профессии. И дай Бог, чтобы хватило и душевных, и физических сил осуществлять эту благородную, весьма благородную работу. Спасибо вам за участие в нашій програмі. Всього доброго, удачі. Спасибо. До свидания. На цьому час нашої програми вичерпаний. Побачимось наступного тижня. На все добре.